Официальное название марша парков – Дни заповедников и национальных парков. Это ежегодная акция, и в Сочи она проводится с 96 года. Цель – поддержка особо охраняемых природных территорий. Девиз марша парков 2014 года – «Вода для жизни в живой природе». Поэтому большинство работ школьников посвящены водоемам и их обитателям. Ульяна – участница литературного конкурса. В номинации «Весенние тропинки леса» второклассница заняла первое место. Мне нравятся цветы и ходить по лесу. С весны, когда растут цветы, и до осени, когда мы ходим собирать грибы. В рамках акции школьники приняли участие не только в творческих конкурсах и круглых столах, но и высадили 158 саженцев деревьев. Сегодня же организаторы марша парков презентовали книгу, посвященную водоемам Сочинского нацпарка. Собрана она из детских работ. Все победители получили ее в дар. Часть книг передана в библиотеке города. Дети, которые вот с такого раннего возраста соприкасаются с природой, как-то вот общаются с ней, они творческие свои работы посвящают природе. Я думаю, что уже просто их отношение и к самим себе, и к окружающим людям, а не только к природе, оно меняется, оно становится более, ну, наверное, терпимым, не знаю, каким, сохранным, что ли, если можно так сказать.